Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт. И в этом видео мы будем продолжать проходить нашу карту от подписчика Лев или Лев Токс. Большое тебе спасибо за то, что ты ее создал. Господи, я не могу нормально все сделать. А эта карта у нас в жанре Tower Defense, это у нас вторая попытка. Будем жить, будем как бы проходить. Нам тут хочется вообще-то прокачиваться. Башню молнии, ну, наверное, опять же сюда поставлю. Будем, короче, учиться. На тебе, тут сразу же, короче, все у нас пойдет немного спидран. Ну как, не спидран, а просто мы хотя бы чуть-чуть побольше узнали, чем за первое видео, поэтому это уже хорошо. И получается, в комментариях под моим прошлым видео, первым вот прохождением, сам Лев ответил и написал нам пару моих ошибок. И они заключаются в том, что, например, я недооценивал башню молнии. То есть я ее как-то рано забросил, не сильно в нее прокачивался. И я сильно рано, например, поставил башню камня. Потому что башня камня нужна уже на более поздних раундах. Ну, если согласиться, то у нас тут, ведь смотрите, 5 башен и получается 95 раундов. Следовательно, ну вот если так вот подумать, то реально, если по раундам, то мы слишком рано как будто к третьей башне перешли, потому что у нас тут еще столько можно было прокачивать. И башню солнца я немного поставил не в том месте, то есть что... Так, ее надо ставить, видимо, на более открытую территорию. Я не сильно за это шарю, но будем с вами разбираться. Так, я бы хотел вкачать. Это у нас скачивает, по-моему, урон и сплэш-атаку. Прокачка. Так, все, посмотрим. Во, вроде нормально идет. Сейчас давайте-ка. Вот я не знаю, кстати, мы можем открыть для сети, чтобы у нас все шло. Или же вот не надо. То есть я хочу, подождите, достижения посмотреть. Скорострельность, радиус, урон. Скорострельность, радиус, урон. То есть вот так вот у нас идет. Ну, скорострельность, да, тоже тема. Радиус, ну, это неплохо, но пока что у нас вроде бы и так нормально. А получается еще, что мне ответил Лев по этому поводу. Там при этом Лев через Ф, не В. Это так тяжело произносится, потому что с этим у меня небольшие как будто бы проблемы. То есть почему после моих сливов у меня не было на каком-то сохранении? Как мне ответил как раз таки сам создатель карты, так это заключается в том, что чекпоинты идут уже после 20 раунда. Ну, теперь это звучит, в принципе, логично на самом деле. Так, смотрите, что мы тут вкачаем. Давайте скорострельность мы вкачаем. И вот еще радиус. Слушайте, мы сейчас ее вообще жестко вкачаем. У нас будет очень крутая такая пушка. О, так смотрите, как бьет, как же она стреляет. Ну, конечно, зомби тут будут небольшие проблемы. Будем еще так подбамбливать немного. Но вообще хорошо справляются, слушайте, реально. Поэтому наша задача, знаете, минимум 20 раунд перевалить в этой попытке. А если-то еще и дальше уйдем, может, даже до 40-го дойдем. Я буду очень стараться, если честно. Будем смотреть, конечно, вот не знаю. Но самое главное, нам дойти до чекпоинта, чтобы у нас хоть какой-то был прогресс. Это уже будет очень здорово, потому что, ну, у меня цель, правда, пройти полностью все наши 95 раундов игровых. Потому что там еще мне сказали, что будет такая сцена какая-то в конце, и мне будет очень интересно узнать, что там да как будет. Поэтому посмотрим. Смотрите, кстати, дальше начинает проходить уже. Много опасность. Ну, у нас тут есть взрывы. Взрывы — это вот хорошо. О, блин, вы чего? Так, ну курица мы там должны ушатать, я надеюсь. Ой-ой-ой. Ну ладно, там еще обычный, не так страшно. Я так думаю, что здесь мы затащим. Тем более на следующем раунде мы еще вкачаем наш маяк на урон, и он будет больше дамажить. А тут у нас курица была, как она сдохла. Ну ладно, это только к лучшему. 1850, следующая прокачка у нас по урону будет. Так, я опять хочу открыть, я постоянно забываю. Урон и распространение на других мобов. Так, надо бы еще радиус атаки и скорость. Ну, посмотрим. Вот, вы смотрите, мы просто шотаем. Шотаем зомби. Вот так вот надо. Вот так вот надо. Так, вот этих сейчас мы тоже положим быстренько. Я думаю, они у нас далеко не пройдут. Будем готовиться отправляться дальше. О, тут что-то... Уже и свиньи пошли. А мы до сих пор живем только одной башней. Вот, вот интересно. Стоит ли нам уже вторую ставить? Как будто бы пора бы. Зато смотрите, до сих пор реально дамажило. До сих пор просто. Так, давайте тогда сейчас, наверное, реально уже вторую ставить. И раз мне сказали, что в углу размещать как бы нету смысла башню солнца, а тогда куда ее ставить, собственно? Если честно, интересно мне это очень.
типа вот в этих углах, что ли, лучше размещать башни молнии. Но мы можем еще одну добавить. Или давайте, ладно, давайте скорострельность еще вкачаем. Это ведь точно скорострельность? Я говорю, я буду миллиарды раз проверять. А, это радиус, окей. Окей, радиус. Опа, отправляемся дальше. Ну зато реально, смотрите, какой у нас радиус, что она уже на старте вот так вот отстреливает жестко куриц. С курицами мы справляемся. Еще реально ей вот скорострельность еще на одну вкачать, и все. И тогда мы точно будем уже идти качать другие вот башни. Например, еще одну башню молнии поставим. 14-я волна. Сейчас мы довольно-таки быстро до нее добрались, что очень здорово. И это очень круто, потому что смотрите, как у нас вот башня молнии бьет и дамажит много кого. Ну что-то, блин, что-то они пролетают, ой, проходят. Это, знаете, у меня уже по шарам пошло, пролетают. О, дамажится, дамажится, вот это имба, слушайте. То есть это может быть, ну типа, заряд молнии идет и цепляет с одной на другую, поэтому так дамажится жестко. В любом случае, это нам только на руку, мы не жалуемся. Точнее, да тут и жаловаться как бы нечего. Мне кажется, это тут все так проработано. Так, на скорость атаки мы должны сейчас накопить за этот раунд. 4 свиньи, уже 3. Ну, было 5. О, уже 2. О, нормально, блин. Ну, дамажься. Ты должна уничтожиться. Мы тебя добьем. Отвечаем. Сейчас реально мы еще и скорость-то добавим нашему башне молнии. И тогда будем уже вторую ставить. Фух. 610 монет. Во. Пошла жара. Сейчас будет, наверное, жесткий дамаг наваливать. Ну, нормальный. Не скажешь, что прям жесткий, но нормальный. Блин, еще и зомби что-то так далеко проходят. Блин, что-то как-то... Вроде бы и неплохо, а вроде бы как-то и могло быть получше, если честно. Вкачал, называется, за 500 монет эту прокачку, а они мне тут 4 свиньи, куда вы пошли? Наглые такие! Еще и не дамажатся. Ой, блин, ну все, это, короче, это уже очень опасно. У меня несколько взрывов очень криво поставились. Опа, одна полегла. Опять же, о-о-о. Давайте, у вас чуть-чуть хп, у вас чуть-чуть хп, отвечаю, у вас чуть-чуть хп, давайте, соглашайтесь, просто О, блин, как круто. У тебя чуть-чуть хп, у тебя чуть-чуть хп, нет, нет, нет. Как же она бьет. Опа. Слушайте, немного хотя бы пробило. Уже радует, у нас же тут есть возможность, да, немного подзарядиться. Получается, таблетки, да? Ой. Таблетки, да. Когда вы принимаете таблетки, горло начинает сушить, и хп опускается на 5, и через 2-3 волны добавляет 20. Это нам даже не хватает. Ну и ладно. Так, вторая башня молнии. Сейчас вот подумаем, надо бы это рационально все так использовать. Как будто бы, знаете, вот хоть вот сюда вот куда-нибудь поставить. Потому что мы же им радиус будем увеличивать, следовательно, вот здесь вот она будет видеть все и дамажить, я надеюсь на это. И душу, о, ладно, куча куриц. Вот блин, а раньше они пойти не могли? Сейчас вот зато вкачаемся. Ну ладно, такой раунд, более лайтовый, да? Я надеюсь, аксолотль, тупой аксолотль. Аксолотль, блин! Надо было бомбить, надо было бомбить. Можно рестарт, ПЖ, рестарт. Дайте выйти в главное меню. О, бьет, смотрите, даже здесь. Тогда вообще обязательно надо будет эту тоже молнию прокачивать. Так, ну первым делом надо аксолотля, да, ведь дамажить? По логике. Он ведь и себя, да, хиляет? О, блин, это моя курица сдохла. Так, ладно. Да, блин. Отлетайте, курицы. Не моя, не мой завод же. А курицы. Ну, ладно. Опа, я вот и дошел снова до этого раунда. Короче, в этот раз я поставил две башни молнии немного в разные места.
Поэтому вот не знаю, как тут сейчас вот сработается все. Опять, короче, беда, надо было сразу взорвать. Я, короче, туплю. Короче, опять этот аксолотль что-то далеко проходит. Ну, кстати, посмотрите, куриц мы уже так подбили неплохо. Уже не так много, но правда у нас тут и башня молнии уже вся в основном заканчивается. Сейчас тут еще подамажь. Давай, дамаж. Все, остается хотя бы уже один аксолотль. Для нас это уже большое преимущество. Не то, что было тогда у нас с курицами. Получится, тогда еще куриц было дофига, я в основном от них и слился. О, господи. Ну, немного я этому рад. То есть, все равно вот эта вот установка башен сыграла немного нам на руку. И я немного по-другому вкачал. Да, блин, опять она остановилась. А, добьем мы этого аксолотля ли вообще или нет, потому что что-то он хиляется. О, ура. Господи. Так, тут мы можем прокачать скорострельность, поэтому я обязательно вкачиваю. И теперь мы будем копить на дополнительный урон, аксолотль теперь со свиньями. Взрывайся. Последняя свинья остается. Потому что они реально, они хиляют очень жестко. Если они с одними курицами не бесили, сколько можно времени-то. Так, какой раунд, какой это? 19, да блин, до сих пор не 20-й. Когда, уже он будет? Я не понимаю. Ну так долго. Сколько свиней. Наши башни молнии не очень-то шибко их справляются. Взрывайся. Хотя пока что еще более-менее норм. Так, ну немного, ну давай, ну хоть чуть-чуть их побей. О, сколько их там? Это вообще-то легально? Да за что ж такое-то? О, отлетело. Сейчас зато я отлечу. Ммм, как вкусно. Ммм, где мой пол хп? Да пипец, ну зато свинью добил. Под конец. Что-то я не обратил внимания, опять начал этот раунд 19-й. Посмотрите, в этот раз я начал доверять храму солнца. Так все, я буду его вкачивать. Так, давайте стрелять наконец-то. И вроде нормально я его вкачал. Он нас теперь, смотрите, откатывает. У него скорострельность и плюс перезарядка. Количество топлива, короче, вкачано на 3. Потом урон вкачан. И то есть, смотрите, он дамажит. Он реально сейчас дамажит, и он неплохо их пробьет. Я очень сильно на это надеюсь. И остается всего 2 свиньи. Все, прошли. Офигеть, мы прошли этот раунд. У нас 870 монет, но я не знаю, я очень хочу ему прокачать урон. Это 1000 монет. 20 раунд. Может быть, он будет попроще? Попробуем, посмотрим. Господи. Мне просто вот, ну, тогда же Лев написал о том, что как бы башня солнца, она как обезьяна с дротиками. И я вот такой стою, и я прям смотрю на это место и такой подумал, если бы у меня была бы обезьяна с дротиками, я бы ее бы сюда бы поставил, потому что здесь очень удобно. С учетом того, что у него перезарядка, ну, довольно-таки не быстрая. То есть пока он вот здесь вот пройдут, тут он перезарядится, и вот здесь вот опять начнет дамажить люто. Ты что такое? Так, ну вот эти сейчас уничтожатся. Да, к счастью, вот с аксолотлями хотя бы вот тут проблем нету. Смотри, сейчас еще урон вкачаем. Отлетать. Ой, перезарядка. Ну, сейчас все будет нормально, отвечаю. Как бы с перезарядкой все должно быть хорошо. Вот эти мы тоже добьем. Сейчас свиней тоже добьют. Все, нормально. Первое сохранение. Офигеть! Первое сохранение. Ура! Как я рад, на самом деле. Я не такой безнадежный. О, маленькие свиньи. Надо будет сейчас почитать про них в достижениях. А то я уж забыл, что тут новые мобы могут появляться. Какие звуки счастья. Так, прошли мы нормально. Так, что у нас по достижениям? Моб. А, тут нету про маленькую. Окей. То есть тут, ну, маленькая, короче, наверное, то же самое, просто побыстрее идет. Так, и что, я хочу еще топливо сделать, потом мы еще увеличим немного радиус, пускай себе резвится. И потом что, вот в этой открытой зоне, казалось бы, тоже было бы хорошо, знаете, куда-нибудь вот сюда поставить башню солнца. Но факт в том, что до нее, как до Китая, тут дойти все. А тут мы на данный момент вроде бы справляемся, что мне даже не приходится использовать взрывы. И это чудо для меня. Я счастлив от этого. Какие-то курицы. Ну не, они такие же, ладно. Да у меня уже шиза. Я уже думаю, что тут что-то новое. И тут что-то новое. А пока не.
пока все, к счастью, нормально. Или, может быть, даже не нужен радиус, потому что посмотрите, как он стреляет. И так, издалека. Казалось бы, а есть ли смысл? Единственное, что вот после этого раунда мы явно начнем тратить деньги на что-то, потому что у нас уже 500 монет. Блин, за 1300 можно еще ему урон вкачать. Но это еще копить-то нам немало. Новое достижение. Смотрим. Спрут, новый моб. Светящийся спрут. Молнии не ранят их. А еще почему-то могут плавать по воздуху. Сбегая с основного пути, даже не знаю почему. Это что? Это что? Это типа баг? Не баг, а фича, да? Как говорят. Так жесть, не зря мы решили вкладываться деньги именно в башню солнца, потому что, смотри, молнии их просто не бьют. Зато храм солнца эффективен. А когда он будет сходить с пути? Пока что он вроде бы на пути. Ну, это стрёмно, это на самом деле пугает. Так, тут свиней опять дофига, да? Еще и мелкие пошли. Надеюсь, мы с ними должны расправляться. Какая башня солнца все-таки классная. Остается всего тут пара-тройка свиней, которые у нас сейчас разлетятся, как подойдут они снова к башне солнца. И мы почти накопили уже на ее прокачку по урону. А мне хватает реально всего 120 монет. Окей. Сейчас быстренько накопим, я так думаю. И после вот данной вот прокачки, мне кажется, нам надо будет ставить еще какую-нибудь башню. Потому что не всегда качество лучше количества. Иногда как бы надо бы количество тоже увеличивать. Так, все, увеличили урон. Опа-опа. Ух, успел, реально. Еле как. А, мы максимальный урон уже сделали. Смотрите, у нас нет третьего улучшения. Интересно. Мне интересно, почему прокачка башни солнца дешевле, чем прокачка этой башни молнии. Ну, нормально, окей. Так, спруты. Давайте, летите, пока мы к вам готовы. Как вот так, как он разлетелся-то быстро. 29-я волна. Реально, вот башня солнца — это круто. Для меня это, как знаете, как обезьяна-маг. Так они вообще, у них что, у них есть хп? Или это мы так дамажим жестко? То есть они, видимо, не такие сильные, просто у них получается неуязвимость к молнии. Поэтому, окей. Не против, но аксолот ли это не так страшно-то теперь для нас? Конечно, я сейчас думаю, а может все-таки еще башню солнца прокачать? Потому что, ну, очень заманчиво. Ну вот, очень бы хотелось. Потому что топливо — это же тема. И у нас... А, блин, еще есть одна прокачка. По верхней линии еще можно качать. Я тоже думал, что мы тоже на максимум у нее дошли. Опа, черепаха! Что это будет? Получает урон только от ядер... Это ядер, драконов и взрывов. Довольно медленная скорость. А, медленная скорость и большая живучесть. Опа. От ядер... Так, я не понял, подождите. Мы ее сможем дамажить? Так, ну взрывами можем. Тут сломалось. А, это типа что, урон не проходит? Так, ну... Храм солнца, давай. Давай. Видимо, надо будет обязательно... Этот, каменную башню встать. Опа! Да пипец! Да пипец! Вырастил себе панцирь мне на зло. Да ё-моё. Окей. Тогда теперь... Битва тупая, черепашья. И куриная. Я за курицу. Я реально за курицу болею. У нас курица крутая. Одумайся! Круто. Я ее взорвать даже не могу. Ну окей. Доедай. Приятного аппетита. Вот и снова данный раунд у нас вступил. Готовлюсь сливаться, потому что я нечаянно прожал мисклик. И, короче, я вкачал вместо урона. Сначала я прокачал дальность. И потом мне приходилось там с ума сходить, чтобы как-то вот пройти. И это было, ну, очень тяжело. Вы видите, мне даже половину хп покоцало. Блин, нам 20 монет на башню камня не хватает. Сейчас мы быстро накопим эти 18 монет. Мы, кажется, должны сюда поставим. Правда, мы сейчас будем долго ждать, да, когда она долетит, наверное. Ну, добежит наша черепаха до этой башни камня. Потому что тут как до Китая.
Или, может быть, ее надо было куда-нибудь вот сюда, знаете, эту башню камня ставить. Ну ладно, ничего страшного. Будем знать. Вот, все, черепаха поперла, поперла она. Ну все, ждем, получается. Пока она будет полгода доплывать. А я сейчас буду еще пытаться и урон наносить. Может быть, она взорвется. Ну никак, ну просто она вообще не хочет взорваться. Не, ну дамажить нам надо по ней 100%, потому что вдруг башня камня нам не поможет. Вообще показано, ну написано, что взрывы, ядра и башни драконов могут пробивать. Но мне интересно, а ядра что такое? Это вот ледяные, типа ядра будут? Или вот какие вот? Даже вот и не знаю. Так, покоцали немного. Да башня солнца, даже не старайся. Тут она какая-то слишком живучая, эта дурацкая черепаха. Мне это тоже не нравится. Единственное, что, ну, как бы, блин, надо будет еще одну реально башню, ой, камня поставить, только в другое место, чтобы снаряды более-менее летели поадекватнее. А то тут как-то прям долго. Ну, смотрите, я, по-моему, по черепахе стал больше попадать. Немного отработал тактику, ну, правда, и хп у меня уже половина. То есть тут, да, блин, накаркал, короче. Уже два раза попасть не могу. Но в любом случае, если у черепаха уже дойдет до туда, мне своими взрывами ее уже никак не пробить. Потому что она тупо затмевает всю ячейку, что не нажать, не взорвать. Так, вот сюда. Главное тут не торопиться. Вот так. Смотрим. Сейчас вот здесь. Опа, поворачивай. Нормально, как будто нормально. Сейчас вот башня камня, давай еще. Опа, плюнула в нее. Давай, еще, еще башня камня. На тебе. Как тебе? Неприятно? А вот мне тоже неприятно. На, уже дали, победили, ура, господи, как я рад. Да я не знаю, как у нас, ну вот башня камня, ну реально ли хорошо дамажит? Или может быть это мои взрывы все? Потому что, ну взрывал я жестко, я очень много. То давайте перезарядку и топливо, вот это нам, ну явно надо будет. Я бы еще за 700 бы там вкачал еще один раз. Правда, если снова черепаха... Привет. Нет. Нет. Ну все, ну пора. Ну уже реально хватит. Опа. Спасибо. Сейчас вот реально будем копить на вторую камню. Вторую камню. Вторую башню. Да ты задолбал. Блин, спруты вы куда? Вы вообще полюса попутали. И что, еще не другое еще будет вылезать у нас, кроме этого? Я ж так денег не заработаю, дави 500 раундов, черепашки пошли. Там их несколько, вы это видите, их там две. Нет. Ладно, они хотя бы в одном месте идут. Блин, одна дамажится, да? Опа, одна отлетела. Одна отлетела, а вот второй. Вторая, блин, хватит. Хватит, я сказал, потому что если она... О, господи, как я счастлив. Фух, 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 фух. И как ставить? Куда ставить? Я просто не хочу, но опять так долго ждать. Ну это сумасшествие какое-то. Ладно, давайте вот сюда поставим. Прокачка, офигеть. Это что такое? 3400. Так, по достижениям что она дает? Количество залпов, радиус атаки и урон. Радиус атаки, интересно, какой у нее он? Так, все. Ну с двумя башнями камня хотя бы будет покомфортнее нам немного играться. Ай, опять ты. Ну все, я уже готовлюсь ее взрывать. С самого начала. Прорабатываем. Пока там храм... Ну, точнее, вы это... Что-то я пока готовился к одному. У нас тут другое напасть. Это правильно? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Куда летишь? Куда летишь? Одумайся. Сколько у тебя хп там? Почему так сложно стало жить? Дайте мне пожить. А вот и не интересно, вот знаете, когда у нас тут будет сохранение, хп у нас тоже будет сохраняться или снова 100 будет? Ну я имею в виду, если вот мы дойдем, например, до 40 раунда с таким количеством хп. Да, блин, хватит, все, я уже что-то это. Алло, да, да, да. Круто, сдохли от свиньи. Так, ну теперь точно у нас 35 раунд. Блин, если честно, я уж думал переигрывать из-за вот этой вот башни камня. Она мне уж тут совсем не нравится. Но при этом, если сюда ставить, я тут
тоже шибко в нее не верю, потому что, например, маяк очень много будет загораживать. Поэтому давайте просто смотреть. Так, я тут на всякий случай буду взрывать, уже все тратить. Чем бы нет, это нам поможет. Плюсом у нас дополнительная башня есть. Солнце. Поэтому, надеюсь, оно нам как-нибудь да поможет. Тут я прокачал на топливо увеличенное. Поэтому посмотрим. Так, нам сначала вот с этим, главное, вот с этим чудом раз... О, кстати. О. А в этот раз прям вообще без проблем. Смотрите, вообще прошли. А тут просто увеличенное количество топлива вкачал, и все. Блин, я мог бы, наверное, не тратить дополнительные деньги на ту штуку. Ну ладно. Ну, точнее, на дополнительную башню солнца, может, в будущем пригодится. Ну, что-то да. Окей. Так, смотрите, что у нас тут? Что по радиусу отвечает? Радиус 2. Давайте за 190 я вкачаю, пожалуй, радиус. Пускай хотя бы он тут будет, но тут что-то совсем с крипером. Блин, ну вот только с одним начал справляться. Ну что ж такое? Так. А когда подходит достаточно близко к башне, тогда взрывается и станет ее на некоторое время довольно живучей. Ты, блин, ну это... О! Ну ладно. Ладно, хотя бы, типа, знаете, возле вот этой вот башни, потому что, ну, ее не прям так жалко. Она, конечно, молодец. Но сейчас основной урон уже не она дамажит. У нас-то есть тут башня. Поважнее на данный момент. Главное, чтобы эти черевахи сраные не шли. О, крипер снова. За него нам сразу дадут денег. И ни один, блин, и денег не дает. Оба, молодцы. Пускай так взрывается, пускай все в маяк уходит. Маяк дефай. О, блин. Да блин, черепаха странная. А тут сколько на урон? Блин, нам 3 монеты не хватает на урон. Крипер дай, крипер дай. Крипер не дал. А, давайте тоже буду помогать все-таки. О, нормально, слушайте, хорошо бьет. По черепахам-то вообще нормально. А че их так много стало, новых мобов? Очень живучий, но медленнее черепахи. По смерти появляется черепаха. Да нет. Да нет. О, ну его хотя бы может бить. Этот гад. Я не могу с этих, блин, черепах. Но мне так кажется, это вот башня солнца его размотает. Давай, дамаж. Ну, молодец. Слушайте, вообще хорошо. Вот башня солнца у нас имба. Мне вообще она нравится. Вот. Башню камня именно здесь размещать, да пипец. Ну короче, о! О! Это что, это был 40-й раунд? Это прогресс сохранен, это был 40-й раунд? Офигеть, мы дошли до 2 чекпоинтов за это видео, а я как бы и стремился примерно к этому. Так что уже хорошо. Ой, сколько свиней. Гады. Еще крипер. Гады. Так, ну мы сейчас вас размотаем. И вот мы все вкачивались ради черепахи. Мне кажется, сейчас немного вот башню солнца прокачать. Радиус не обязательно, но вот топливо за 700 это обязательно надо. Она же что, она вроде за скорострельность отвечает и количество топлива. Да, скорострельность и количество топлива. Вообще имба. Блин, сколько у вас тут. Они все траектории свои потеряли. Окей. Опа, смотрите, чё. Ты чё? Блин. Хо, офигел. Офигели. А чё так можно было? Ты куда? Я не понимаю. О, вы смотрите, слушайте, башню камня дефает. Опа, жесткач, реальный лютый пошел. Слушайте, когда я на диплом делал игру в жанре Tower Defense, у меня примерно... Не, у меня, кстати, более-менее нормально они шли. Но здесь спруты, ну, понятное дело, бывает в жизни огорчения. Живут своей жизнью. Со всеми случается. У меня была больше проблема в том, что именно мои башни почему-то не всегда снаряды, которые влетают во врагов, дамажили их. И это меня прям жутко расстраивало, если честно. Может быть, когда-нибудь, знаете, через пару лет запишу видео о своем дипломном проекте. Он, в принципе, в открытом доступе. Может, кто-нибудь его найдет когда-нибудь. И
Ну, мне бы надо бы его найти для начала. Саму скачать, чтобы он где-то был у меня сохранен. А то прикольная вещь, которая моих нервных клеток очень много пожирала. То есть я на дипломном проекте тоже делал игру в жанре Tower Defense. Если кто не знает, то я по профессии программист. Поэтому да. И мы во время учебы ни одной игры не делали. Ну, типа вот так вот, что бац, и игру делали. И что я решил сделать на дипломном проекте? Игру. Как же я много раз жалел об этом, с учетом того, что я вообще лютый чел. Ну, зато, знаете, самое главное, я диплом на 5 защитил. Я реально на 5 смог. Все сделал, все выполнил, все как и хотел. Ну как? Ну, типа, главное, что они оценили мои труды все. Конечно, диплом красный я не получил, но там из-за своих приколов, что я один экзамен сдал на 4, а не на 5. И все из-за этого мне писали. Ну, не писали, а просто не дали красный диплом. Блин, тут может быть есть смысл сейчас ему радиус увеличить, потому что они реально жестко очень отстреливаются. И с одной стороны, я вот сейчас вот думаю, уж вот эти моменты, пока эти черепахи сраные бегают, ничего мне скипать эти моменты, ну потому что это пипец. Казалось бы, ну с этими черепахами нет проблем. Так не говоришь, что он сейчас прям, вы знаете, к моему заводу попрется. Ты куда влазь, дружок? Молодец. Я уж офигел, я уже был готов ко всему, знаете ли. Башня драконов у нас стоит 3500, это почти, ну вот реально как у нас прокачка на больше залпов. Поэтому вот я и не знаю, что у нас более целесообразно будет. Да опять они. Ну нет, ну хватит. Реально уже хватит. Я уже устал с вами сражаться. О, блин, опять эти девочки. У которых своя атмосфера, но зато за них денег по 7 монет дают. Их тут много по количеству. И, блин, плохо в том, что у нас Башня Солнца всаживает свои залпы именно в черепаху. Из-за этого, конечно, тяжеловато становится. О, опять обратно куда-то пошел друган. И вот смотрите, как будто бы мы на том периоде, когда у нас Башня Молнии уже как таковой урон-то и не наносит. Вам так не кажется? Просто мне лично кажется, что она уже все, как бы свое отжила. Может, продадим? Может, реально попробуем продать, точнее. В случае чего, если... Ну, у нас есть сохранение, как бы. Сюда я вот Башню Камня поставлю, тут вот у нее получается... Есть много возможностей для стрельбы. Следовательно, будет по черепахам бить. Жалко, что нельзя поставить там, типа... Как она? Цель прочная. Тут, например, цель... Ну, не знаю, на какую. Первая. Хотя, не знаю. Давай, беги, черепаха. Дальше твоим сородичам уже будет меньше вести, потому что... Уже целых 3 башни камня, реально, ради вас только. Они не сложные, они просто медленные. И все свои снаряды всаживают. Поэтому, кстати, для нас было бы выгоднее на самом начале их как-то затаскивать. Хотя, с другой стороны, блин, у нас, например, крипер. Блин, тут тоже проблема реально. У нас тут есть крипер, который будет стань. А вот если мы, например, вот так вот сделаем, как балласт, то крипер будет стань, что вот это вот. Сразу же. О, ты чё? Ну зато смотрите, как я вовремя поставил Башню Камня. Она уже реально сейчас вот надамажит. Так, причем неплохо пробьет. Не могу взрывать. Ну не надо. Так, может она одну хотя бы... Они должны вдвоем одну уничтожить как минимум. Давайте стреляйте дальше. Опа, все, одной нету. Вторую надамажили. Что, они ее уничтожат? Уничтожили! Какие они молодцы! Смотрите, здесь я еще сейчас урон прокачаю. Лей! Достижение. Довольно живучий. Ускоряет всех мобов поблизости, кроме... Я не понял, они что, у нас все довольно живучие? Когда у нас будут недовольно живучие? Вот реально.
Он мой взрыв забрал. Вы видели это? А так это... А... Так и надо было? Так и, так и задуман? О, зато черепаха. Теперь не черепаха. Слушайте. Мечты сбываются. Ну, правда, не такой скорости не надо. Как бы мне еще тащить бы. Хотелось бы. А тут какая-то лютая дичь пошла. Ну, у нас сейчас башня сон с этим расправится. Сколько за них, кстати, дают? Сейчас посмотрим. Ну, вроде немало. 173 у нас сейчас. Мне 20-то дадут. О, а, блин, тут же еще за раунд дали. Я уж подумал, что нифига, черепахи выгодные. Опять свиньи. Где-то LA, да? Вот LA прячется. Спалился, гад. Дайте вам камнем в лицо. Все, LA уничтожился. Так, я бы еще храм солнца, башню-то вот прокачал бы за 1000. Потому что это увеличит, ну, реально скорострельность и топливо. Бак этот, который имба для нас. Бак очень нужен. Ну не беги ты. Так, резво. Так, 25 монет не хватает. Сейчас на ку... Опять. Знаете, и блин, и сразу же черепаха. Ну нет. И 4. Короче, накачался. Теперь буду вот это по урону, видимо, увеличивать. Ушатали. Давай дамаж. Реально хоть как-то. Тут их сколько, подождите? Их тут 3? Тут 3? Сейчас отлетит. Да, отлетело. Давай сейчас ты отлетишь. Да, отлетело, откуда я знаю. Так, 25 монет. Сейчас реально вот надо запомнить, сколько нам дадут за черепаху. 30 монет, кстати. 30 монет неплохо. Нормально. Живем. Я хочу жить. Это первая волна, опять смурф. Еще и LA, нифига. Целых 2. О, господи, камень во мне. Что происходит? Аксолотли. А тут вот то, что мы радиус тут вкачаем, казалось бы, немного бесполезно, да? LA, а ты куда летишь, молодой? Черепаха! Читер! Блин! То есть, LA немного на них некрасиво действует, я вам так скажу. Защита от камня активирована, да, как я понимаю? И хилка эта сраная. Блин, черепаха. Она просто отлетела по траектории своей. Ну ничего, бывает, господи. Ну вот зато, как я и жаловался, вот до Акслотля дошел. О, даже не убил. Что он не хочет идти по своей территории. О, ладно, хотя бы его уничтожили. Сейчас черепаха из земли вылезет. Будем ее еще ушатывать. Мы с ней должны справиться. Она всего одна. А у нас тут целый камень нормальный. Я сюда даже взрыв поставить не... О, вот так тебе. Слушайте, тут еще один радиус будет 1060. Надо, наверное, копить. Потому что прям поможет хорошо. Зомби-лошадь. О, господи. Быстрая, но не очень живучая. После смерти появляется зомби. Давай, ё-моё. Ну, кстати, пока ладно. Пока ладно. Третий раунд. Зомби-лошади вам можно бегать. Не в огромном количестве, но пока можно. Так, все, у нас башня... О, а, еще не прошли. Солотель. Да, господи. Ладно, мы хотя бы опять... Вкачали башню камня. Как бы вот это вот меня больше всего радует. Я забываю, его Снифера зовут. Мне его Смурфом просто хочется называть. Че он, по кому попал? Опа, минус черепаха. Опа, минус вторая черепаха. Сейчас сразу же ушатают. Еще и эту ушатают. Они смогут, они реально смогут. О, смогли реально. Так, сюда. Сейчас бы радиус вкачать. Знаете, сразу же в лицо прилетело. Опа, что-то они там быстрые. Опа, что-то тут движ наваливает.
Смотрите, вот не зря реально маяк сюда встал. Под станом ты чё творишь? Еще радиус как увеличим, будет люто дамажить. Уничтожайте этих черепах. Давайте, давайте. Верные мои каменщики. Прилетайте, камни. Блин, они еще разных дамажат, конечно. Не добьют, похоже, одну черепаху. Или добьет, ну добьет, ну добей, ну добей, ну все, ну давай, ну давай, давай, я стану его, блин. Ну потом еще на 30-м я завис. О, смогли. Не, тут, конечно, дальше будет еще пипец, но я про то, что я немного приноровился. Чуть-чуть, да, приноровился. Опять неадекваты. А можем, знаете, потом еще для отвлечения внимания еще пару башен молнии поставить, чтобы криперы все в них летели. Три черепахи, да, насколько я понимаю? Да, их тут три. Разнесем. Я так думаю, разнесем. У нас башня камня готова. У нее радиус замечательный. Поэтому ее надо было бы сюда вот поставить вообще. Поэтому, может быть, здесь вот я бы сюда бы еще одну башню камня поставил. Трипл килл. Молодец. Вот это нам надо. Да сколько можно? Остановитесь. Ну, смотрите, как я и хотел. Добавляем еще вот сюда башню камня. И в основном, наверное, мы будем вкладываться именно в нее. Потому что у нее тут будет радиус очень хороший. То есть, ну, конечно, мы в эту уже прокачались жестко. Теперь будем вот эту вкачивать. А они тут пока пускай бегут. Добьешь? Молодец. Какой же молодец. Пошли в атаку вдвоем. Пронаблюдатель. Если... Так, ну что-то это... Не, ладно, нормально, окей. Все, добились. Твоего. 500 монет есть. Опа, опа. Лошади. Ну ладно, лошади вот... Реально пока что не страшно. То есть нам... Лишь вот эти все... О, да господи. Я... Ходит мне уже стоять на этом блоке. Я каждый раз пугаюсь. С одной стороны, может быть, да, с другой, может быть, нет. Но его мы должны вот так вот уничтожить. Да, добили, молодцы. Пока что я ничего, наверное, не буду ставить дополнительного. Как бы... А что? Смотрите, нам один раунд до автосохранения. А, ладно, уничтожим, окей. Я в нас верю. 4 башни камня. 3 из них вкачанные. Одна такая нулевка, но у нас есть деньги. В случае чего подкачаем. Пока что они у нас дамажут их. Ё-моё. Не одна, так другая мне в лицо стреляет. 2 черепахи минимум уже отлетело, насколько я видел. Может даже больше, то есть другие немного копсуются. Тут дофига их, если честно, 3 черепахи минимум отлетело, и тут их сколько? 4, да, где-то? 4 не страшно, если честно, я их не боюсь. Во, видите, она стреляет, она реально, она старается. Она в башню солнца стреляет. Поэтому я хочу вот очень сильно, на самом деле, башню драконов. Она 3500 стоит, но она ведь уничтожает черепах. Да, она реально уничтожает черепах, и я всеми силами надеюсь, что там... Ну, дракон сверху будет. И поэтому будет все равно на преграды какие-либо. Поэтому мне кажется, если ставить башню драконов, то я бы куда-нибудь бы ее бы вот сюда бы поставил. Наверное, она и для этого и нужна, что она типа через преграды видит. По логике. Это ж, наверное, так работает. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Одна черепаха отлетела. 2 черепахи отлетело. Остается 2. Не страшно, вообще нормально. Опа, последняя. Кайф. А чё, только сейчас будет автосохранение, да? Опа, Хоглин. Подождите, а где автосохранение? Почему оно не вылезло? Или может после этого будет? Очень живучий, медленный, медленнее снифера, а после смерти появляется снифер. Да ё-моё. Да как жить-то? Нам явно нужна башня дракона. Отвечаю, теперь уже прям обязательно, потому что без него уже никуда, я чувствую это. Самое главное, это потом уничтожить эту черепаху дурацкую. Так. Офигеть, сколько у тебя хп? Если тебя полностью прожала башня солнца, несколько раз башня камня ударила, и ты еще живешь! Ты неадекватный! Все, пробили.
Зато и монет вроде кучу дал. Так, давайте. На. Давите эту черепаху. Вы сможете. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Да блин. Давай, беги, беги. Все равно не получится. О! Сам это сделал. Ура! Или это башня была? Хотя не знаю. Смотрите, сохранено. 60 раундов уже позади. И это не может не радовать на самом деле. Как-то мы прям жестко продвинулись, если честно. Я и не рассчитывал на такое. Я думал, что дойдем до 40-го, это уже будет чудо. А у нас 60 раунд. Остается 35 раундов. Это интересно. Пишите в комментариях, как вам этот режим. Мне на самом деле он очень нравится. А на этом я буду заканчивать данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!